В Барнаул ласточкой – знак того, что будут обсуждаться вопросы развития железных дорог. Но это только одна из ключевых тем. Приезд Медведева – это вот попытка правительства к концу года все-таки понять, что происходит с национальными проектами. И главное, именно узнав на территории ситуацию, попробовать вывернуться из этого. Ну и я думаю, что все-таки аграрии края с надеждой ждут этот визит. Да, у нас всегда привыкли ждать от приезда там первых лиц хоть что-то. Политолог уверен, что сельхозпредприятиям в крае приходится несладко. Давят и высочайшие затраты на электроэнергию и география. Слишком большое, как говорят бизнесмены, транспортное плечо. Доставлять груз из региона дорого. Так что, возможно, аграрии действительно ждут от председателя правительства конкретных шагов. А вот барнаульцы Медведева не очень ждут. А вы знаете, что Дмитрий Медведев сегодня приезжает в Барнаул? Нет, не знаю. Даже не слышали? Вообще не слышала. Но вы же знаете Дмитрия Медведева? Да. Но про приезд не знаете? Нет, не знаю. Нет, мы не знаем. Правда не знаете? Правда не знаю. Вы знали? Откуда узнали? В Инстаграме прочитала. А вы не знаете, что Дмитрий Медведев сегодня приезжает в Барнаул? Да вы что, нет. Про фиксиков знаем, про Медведева нет. Ну вот, кстати, к этому приезду Медведева, в отличие от предыдущего, в 2011 году, город вообще никак не готовит. Как мы видим, никто нигде не вешает фальш-фасадов. И вот мы в обед снимаем в центре города. И даже здесь Ленинский проспект не перекрыт. И, кстати, вот так много снега, ветры надули, потому что Медведев в Барнауле. Мое неудачное двустишье – дань флешмобу, который захватил Твиттер в предыдущий визит Медведева. Так, в 2011-м, благодаря Дмитрию Анатольевичу, развернули течение Би, состернули чехол от ЦУМа, а барнаульские дети уснули вовремя. В том же году бывший президент встречался с бывшим губернатором Александром Карлиным. Говорили о процветании аграрного региона. О том же Медведев говорил на встречах со студентами. У вас огромная территория с колоссальным потенциалом. Причем край-то ведь на самом деле очень интересный, потому что у вас и сельское хозяйство блестяще развито, и в то же время интеллектуальный потенциал. У вас очень большой, красивый и богатый край. По словам политолога Константина Лукина, у председателя правительства низкий рейтинг. Но эта поездка по Сибири не задача его повысить, ведь выборы не скоро. Поэтому можно надеяться, что в 2019-м визит Дмитрия Медведева на Алтай будет отмечен больше содержательными, нежели формальными встречами. Где брать деньги и за что держаться, узнаем совсем скоро. Путь премьера лежит в Санниково. Андрей Дрейер, Алексей Фризин. День с толком.